Всем привет, с вами я, Феликс, Феликс А14, со мной Чинбин и Минхо. И сегодня нас выгнали из нашей же студии, нас выгнали из JYP, и теперь мы идем в какой-то торговый центр YG, чтобы с Blackpink жестко потанцевать. Ой, как раз же четверо, их же жестко четверо, короче, Минхо застрял. Ой, давай здесь. А нам никого нет. Вот. Идеально просто. И мы... У нас, короче, подтанцовка Blackpink. Да, подтанцовка Blackpink от нас уехала. Сказали, идите нафиг, мы не будем с вами дебютировать. И поэтому мы дебютируем втроем. Вот. А потом пойдем в гости к Минхо. Да, Минхо? Да. Ура! Заберем у нее все карты. Блин. Все, не буду звать ее на день рождения. Говори. Давай. Ладно, потом я наложу звук. Что-то там кин. Я фотограф, могу ли я вас станцевать? Могу ли я вас сфоткать? Конечно, of course. Подождите. Все. Короче, я их бросила, не знаю, кто это, я ухожу отсюда. Кто Привет, ты? В смысле, куда уходишь? И давайте я сделаю вот так, и мы переместимся сразу к Ане домой. Или Sunrise, я не знаю. Да, и будет ли этот влог вообще? Да. Он будет в любом случае. Да-да-да. Чтобы никто не дебютировал в своей студии, короче. Дебютируйте на фестивале, пожалуйста. Они как мы лохи. И давайте. Лохи! Шух, короче. У нас все-таки будет дебют. У нас будет дебют. Нам разрешили. Ура! Нет, на стеснение выйдем. Очень восстановительно весь Sunrise. Как мой мама тут, блядь, я тут на весь Sunrise. Это влог с дебюта. Это влог. Но вы на них лежать за водой. Я как будто на кейсе. Все, давайте уже прям. Мы устали, время 9:30. Я уроки сделала, блядь. Я не знаю, кто это. Зато мы дебютировали. Да. Вау. И мы в коньяк, мы вырежешь сейчас? Мы это сняли, наверное, раз 20-30 где-то. Так. Или ее кто-то скажет. Да, там, будешь, там еще ни хрена не видно же. Да. Смысл тебе переливать? Чтобы это поэтому... не замарать. Сейчас давайте быстренько переоденусь. Давай. Я, короче, тут иду с какими-то ноунеймами. Они, короче, меня похитили. Я говорю, я иду с какими-то ноунеймами. Сама такая. Сама такая. Я Феликс вообще-то. Я вообще в соло там просто... Всех просто порвала в соло. Мне соло надо ставить. Просто понимаете, да, у нее самая важная часть была. Да, и ее запороли. У нее единственная была сольная часть. А где Карина? Я ищу мой влог. Мы ищем шапку Карины. Мы не нашли ее. Мы еще ее не нашли. У нас будет, короче, 3 видоса. Один, где будут моменты, типа этот, неудачные. 4, потом мой влог, вот этот влог. И сам дебют. Вот.